Полиция Берлингтона, штат Вермонт, арестовала подозреваемого в покушении на убийство трех палестинских студентов. Им оказался 48-летний Джейсон Итан. В минувшую субботу возле кампуса университета Вермонта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по троим молодым людям, говорившим по-арабски и одетых в куфию, традиционный шарф. Все трое получили ранения, один из них серьезные. Инцидент рассматривается как возможное преступление на почве ненависти на фоне ближневосточного конфликта. Двое из пострадавших имеют американское гражданство, третий – легальный резидент США.